Баскетбольный клуб «Барнаул» прямо сейчас неожиданно успешно выступает в Суперлиге. Команда идет на третьей строчке в турнирной таблице. Скамейка запасных и перед сезоном была недлинной. А когда в клубе произошло ЧП, пропал игрок команды. Играть парням стало тяжелее. Как команда может воспринять? Тут даже комментировать нечего. Все опустошены и не понимают, и не могут вообще до сих пор поверить в это. Антон Петухов, игрок баскетбольного клуба «Барнаул», на каникулы уехал в родной Красноярск. По предварительной версии, утром 30 декабря парень ушел из дома и не вернулся. Позже молодой человек, похожий на пропавшего, появился на Октябрьском мосту. Одна из камер зафиксировала его падение в Енисей. Поиски Антона продолжаются. Он успел сыграть за нашу команду 6 матчей. После начались проблемы с коленом. Клуб даже помогал с лечением. Я вообще в эту ситуацию не верю. Это один из самых адекватных людей, трудящихся, который никогда не был замечен, как там говорят. Я не читаю там комментарии ни в алкоголе, ни в дисциплине, ни в гулянке. Идеальный человек. Идеальный человек, поэтому повторюсь. Пока комментировать ничего нельзя, пока не будет официальной информации. Для меня это пока слухи. В самом разгаре сезона хоккейного клуба «Динамо Алтай». Прямо сейчас наши ребята готовятся к домашней серии, которая стартует уже завтра матчем против «Горняка» УГМК. На сегодняшний день наша команда 18-я в турнирной таблице и главная темная лошадка чемпионата. В матчах против явных лидеров выигрывает, а вот против аутсайдеров теряет очки. Недавно «Динамо Алтай» обыграл «Красноярский Сокол». Парни молодцы, начали очень тяжело, дважды догоняли в счете, сыграли терпеливо, и хоккейный бог нас вознаградил. И в завершение футболе игроки «Динамо Барнаул» готовятся к новому сезону, но пока без целей. Команда на стадии формирования и с новым тренером. В клубе пояснили, что задачи поставят, как будет известен состав команды и будущие противники. А вот у мини-футбольного клуба «Журналисты Алтая» задача не меняется годами. Игроки перешли 8-ю по силе лиги из 12 в выходные старт сезона. Дмитрий Дроздов, «День с толком».